В ямайской школе-интернате состоялась встреча педагога-психолога Татьяны Проскура с учащимися 7-х классов. Также на этом мероприятии присутствовала акушер Иерусалимской центральной больницы. Она провела лекцию, в которой вместе с подростками обсудила сразу несколько важных тем – физиологические и эмоционально-психологические изменения, характерные для подростков, контрацепция, ее виды, ранняя беременность, психологические и физиологические аспекты и сложности, связанные с ранней беременностью. Реализуем проект, который стал победителем в 2020 году президентских грантов, называется «Откровенно о сокровенном». Суть проекта в том, что проходит курс лекций, психологические, физиологические этапы взросления девочек. В рамках этого проекта в конце курса лекций всем девочкам были подарены книги под названием «Книга для каждой девочки», которые станут хорошим помощником родителям при разговоре с детьми на сокровенные темы.